Привет всем ученикам студии DanceCraft и QuadraDance, а также всем, кто смотрит это видео. Ну вот и наступило время для нашего второго пати, DanceCraft Party 2013. Когда провели мы его в прошлом году, я понял, что это мероприятие нужно сделать традиционно ежегодным. Цель нашего пати – это объединить всех наших учеников, всех возрастов, это детские, средние и старшие группы, в одну очень большую и дружную команду. Нас очень много, около 200 человек, и группы занимаются в разное время, в разных залах, и поэтому не все друг друга знают или даже видят. И наша пати дает возможность нам друг друга увидеть и, конечно же, познакомиться. Всех нас объединяет одно общее дело – это, конечно же, современное танцевальное искусство. Проще говоря, танец. Мы все очень любим танцевать и учимся это делать круто, профессионально и, конечно же, красиво. Отдельно хочу поблагодарить людей, без которых мне было бы очень сложно организовать и провести DanceCraft Party 2013. Это люди, благодаря которым это мероприятие состоялось и получилось очень мощным, ярким и насыщенным. Это, конечно же, моя команда помощников. Анастасия Коськун, Наталья Финогеева, Екатерина Борисова и Наталья Вандышева. Хочу поблагодарить наших гостей-артистов, моих хороших больших друзей. Это диджей Эль Шакил, ведущий MC нашего вечера, отличный хип-хоп-исполнитель. Виктория Белова, замечательная актриса, певица и педагог по вокалу в городе Москве. Ремос Ондо, мой замечательный друг из Экваториальной Гвинеи, танцор и хореограф. И, конечно, всем нам известная уже участница «Фабрики звезд 7», участница различных телепроектов, отличная, очень позитивная, энергичная певица Корнелия Манго. Спасибо вам большое, вы сделали нашу пати настоящим праздником. И, конечно же, я хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал и оказал спонсорскую поддержку. Это ресторан «Снежная королева». Спасибо вам большое за замечательный зал и за очень вкусный фуршет. Также спасибо мультибрендовым магазинам, таким как «Позитив», «Мэнс Фэшн» и «Гардероб» за предоставленные очень крутые подарки. Спасибо также всем родителям наших детей за вашу поддержку. Поехали! Основатель и руководитель студии DanceCraft, а также руководитель студии QuadraDance, любящий семьянин, счастливый отец троих детей. Встречайте, Александр Борисов! Нереально. Я знал, что вас много, но что столько. Я рад видеть сегодня у нас столько гостей. Конечно, я приветствую наших ребят, наших учеников, учеников наших студий DanceCraft и QuadraDance. Также я рад видеть родителей сегодня у нас в гостях. Всех гостей, которые здесь находятся. Рад видеть, конечно, мою семью здесь. А что такая тишина? Сегодня будет очень горячо, и сегодня будет очень-очень-очень круто. И я вижу людей абсолютно разных возрастов, но я думаю, что всем нам все сегодня понравится. Все очень красивые, молодцы. Сразу видно, готовились.
После того пати прошел год, и весь год вы готовились, да, к этому пати? Наверное. Вы знаете сегодня, кто у нас в гостях? Сегодня у нас в гостях замечательный человек, талантливейший артист, очень креативная певица. И вы, наверное, все уже ее видели и знаете. И я хочу пригласить на эту сцену нашего драгоценного гостя Корнелия Мангло! Привет, как настроение? Чуть громче музыку мне не задавайте в голос. Ты что, немножко подвинемся, подаешься? Давайте танцевать! Мою, и забыть всю ту историю мою. Женщины, не
Sacky. Одним из преподавателей студии «Данскрафт». Приветствуем Михаила! В этом году мы открыли в нашей студии направление брейк-данс и пригласили преподавать у нас Артем Абакумов, город Москва! Готовы? Поехали, друзья! Мы начинаем данс-баттл, который называется «Стенка на стенку». Dirty bass girl, drop it! Dirty bass girl, drop it! On deck that'll cook for me. Holla back. Dirty bass gon' shake your rump. I go ham when I bust a move. Swoop on your boo, got nothing to lose. Girls go wild when they feel the boom. Holla back. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. My limo got slapped, girls in the back. Cuties got booties, so my homies on crack. My boo saw that, double D's in the back. Ass so fat, every smack clap back. Now I'm back on track. Alpine turned up on blast. More bounce, bobblehead on the dash. Bobble, bobble, gas. Yo, I see the way that you're looking at me. But for real, look at me. Thick girls on deck that'll cook for me. Holla back. Dirty bass gon' shake your rump. I go ham when I bust a move. Swoop on your boo, got nothing to lose. Girls go wild when they feel the boom. Holla back. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Shake your rump. Shake your rump. Dirty bass gon' shake your rump. Я вас всех люблю, но в таких конкурсах, а сюда должны быть победители, проигравшие. Побеждает команда вот с этой стороны. Бомба! On it, chickies want it. Cadillac pimping through the strip with a bunny. Dirty bass girl, drop it. Dirty bass girl, drop it. I'll be on it, chickies want it. Cadillac pimping through the strip with a bunny. Dirty bass girl, drop it. Dirty bass girl, drop it. Спасибо вам всем. Без вас этого праздника бы не было. Так что аплодируем друг другу, ребятки. Мы готовы двигаться дальше все вместе. Не слышу! Хочу представить следующий сюрприз.
или, может быть, Саша его лично представит, он более компетентен, но я знаю его как его сына, первого вот первенца, Александра его тоже зовут, и он хочет сыграть для вас на пианино одну очень известную композицию. Не буду говорить, а какую композицию, либо они скажут сами, либо вы просто догадаетесь. Итак, Саша. Давайте поприветствуем Александра Борисова-младшего. И песня очень известная, которая называется «Skyfall». Эту сцену хореографа, который покажет вам мастер-класс по такому направлению, как сальса. Но я думаю, он сам вам все расскажет и покажет. Поэтому я прошу еще раз бурные-бурные аплодисменты в адрес нашего Ремоса! Too happy to be here. Он говорит, что желает вам счастья, здоровья. Да ладно, я шучу, Ремус. Давай я включу сальсу, и мы начнем, да, показывать.
I just wanna say thank you to my friend. Он хочет сказать благодарность своему доброму другу. You know, в этот вечер. You know, he's more than a friend to me. He is more than a friend to me. Он больше, чем друг для Ремуса. It's more like a brother. Больше, чем просто партнер. Yeah, I love him so much. Очень, очень большое спасибо. I respect him a lot. I respect him. Respect. Он уважает его с неимоверной силой. I wanna say that when I look at him, he's an example for me. Когда он на него смотрит, все меркнет вокруг. Но как бы он. Я на русском могу сказать, то есть он для меня огромный пример. Я очень рад, что с ним познакомились, с ним дружим. Слава Богу за тебя, брат. Is when I look into your eyes, I sense something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your deadly smoke screen. I wait patiently while you play your game, 'cause in the end I'll be the winner of the same. You'll see clearly when this all comes to a stop. I'll be the one blowing kisses from the top. So baby stop. Значит, победители у нас получается Фатим и Егор, да? Аплодисменты! Вы готовы к флешмобу? Тогда начинаем. Мы начинаем! Baby, baby. When we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, when there, I didn't know how to follow. It's like the shot is coming around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow. Bring it back, tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back, tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back, tell him play that shit again. Tell him that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back, tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back, tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back, tell him play that shit again. Tell him turn up the bass. Barry Bonds got a red bone here, yeah, Latina and a thong. Penny in a t-shirt, put in work, no job. On the mob, mobbing is my hobby. Party at the hotel, bitches in the lobby. Ratchets on home and the niggas gon' copy. Baby booty on swole, but a nigga got pole. We can do it on the bed, we can do it on the Ich erobe zum Wildernis, vertraue der Nation.
waar je nichtje ligt. Vraag me als het dan de feest, zonder dat je tante. Ik vul mijn keel met gif. Is er Robinson wildernis? Vertel de nation waar je nichtje ligt. Draag me als een tandenfeest, zonder dat je tante de. Hola, hola, disco, disco. Ik dans verlegen in de club als disco. Hola, hola, disco. Ik dans verlegen in de club als disco. Я сегодня хотела бы спеть для вас. И я хочу сказать, что на самом деле то, что сегодня происходит, очень круто. Знаете почему? Вы все очень разные. У всех разного цвета глаза. Но вы находитесь в одном зале,
мальчики, девочки. И всех вас объединило что? Танец! Дружба! А еще? Танец! Танец! И на самом деле, я думаю, что это самое начало объединения дружбы и танца во всем мире от вас. Смех и плач, жизнь и смерть, и в этом весь наш жизни путь. День за днем ответ ищу, хочу постигнуть жизни суть. Ты смотришь на меня, ты зришь мою всю жизнь. Зачем живу, скажи,
всегда не будет грустно вместе. Перевернем с ног на голову дом, дети. Давай, Сережа, дай подушки мне по роже. Садись, Инка, я прокачу тебя на спинке. Не прячь шарапа, я знаю, ты всегда за шкафом. Вылази, Катя, ты любишь лазить под кроватью. Опять проблема, одна и та же тема. Сердитый воспитатель поставил в угол Лену. Кого-то я не вижу, кого-то я не слышу. Опять заболел Гена. Да. Митя, оставьте бедных муравьев, спокойно дайте жить им. Давайте дружно, за руки возьмитесь. Лихо песню запевая, хоровод ведите. Колян, ты чё надулся? Усатый нянь вернулся. А вот Олег пришел, он только что проснулся. Вот они минуты, бала-баламуты. Мне не хотелось бы взрослеть, дети, это круто. Эх, Сеня, летит быстро время. Его уже не повернешь, понимаешь, Женя? Да куда тебе понять, маленький чертенок? Хоть и взрослый я болван, вот уже ребенок. Тех, кого я сейчас назову, это те люди, которые на самом деле себя очень замечательно, очень классно проявили в студии. Артем Валеев Денисов, Миша Зотик, Алина Шильникова. Это Ксюша Будилова, она еще здесь. Артем и Ренат, что мама, что дочка. Разницы нет, они обе такие. Человечек этот такой светлый, веселый, всегда такой общительный. Эти частики нам предоставил магазин «Гардероб». Магазин «Men's Fashion» предоставляет вам такие сертификаты. Каждый сертификат на 2000 рублей. И вот такую кепочку от магазина «Позитив». Опс! «Dance Crown» – это бренд, лайфстиль, звук, аргумент, MLK. Еще я хочу отметить людей, которые очень важны в студии, без которых уже студия не студия, без которых Данскрафт не Данскрафт, Квадратенс не Квадратенс, и Александр Борисов не Александр Борисов. Я хочу пригласить сюда Анастасию Каськун, которую я готов награждать. Это человек, который танцует днем и ночью. Я обычно говорю так, с утра до вечера, с вечера до утра. Наталья, она очень много делает в студии. Она помогает мне как администратор, как танцовщица в команде. Она делает больше, чем даже я, наверное. Аплодисменты! Ну, на самом деле, каждый из вас заслуживает приз. Каждый из вас заслуживает подарка. Но у нас их столько нету. Это батл, космос, стар, в небо шаттл. В основном веселые девчата. Страсти по Данскрафт, глаза горят огнем. Оттачиваю новый скиллс день за днем. Я как астроном открываю звезды. Тебе 60, еще не поздно. Танцуй пока молодой, танцуй пока пожилой. Танцы, мэн, это правильный настрой. Настройся на позитив, стряхни негатив. То, что ты не можешь, это просто миф. Микс мьюзик, я тебе обеспечу. Это будет незабываемая встреча. Данскрафт пари, станцуем в паре. То, что там подумают, меня не парит. Парень, ты или девчонка в джинсах, ты или в юбчонке, бритки, ты или с мега-челкой. Данскрафт фэшн, все будет четко. Это мечта. Данскрафт студио. Это судьба.